Привет, меня зовут Лера, я художник и преподаватель по рисованию. У меня в руках кисть с резервуаром. Это кисточка, которая откручивается, внутрь наливается водичка, и можно ею пользоваться, не окуная ее в баночку с водой, как мы все привыкли делать. Нажимаете, и водичка течет. Еще у меня в руках белая гуашь и тряпочка, и сейчас я вам буду показывать, как я делаю блики на своих артах. Я это делаю уже в самом конце, когда работа полностью готова, и не нужно уже исправлять ее маркерами и карандашами. Я беру белую гуашь и тонкой кисточкой аккуратно провожу линии в тех местах, где должны быть блики. Важно, чтобы эти линии были по направлению волос. Затем я об тряпочку убираю лишнюю краску и полусухой чистой кисточкой начинаю размывать эти полоски. Важно, чтобы на вашем рисунке не было много воды, поэтому регулярно промакивайте об тряпочку. Нужно просто создать легкий, размыленный такой эффект, чтобы эти полоски не были слишком четкими. Вот, кстати, именно по этой причине я не делаю блики белой ручкой, потому что она слишком четкая, а мне нравится размыленный, мягкий эффект. Это я все рассказывала про волосы, дальше блики на глазах, на носу, на губах, это в целом просто обычные точечки белые, это можно сделать и ручкой, и даже замазкой, кстати, ну корректором, если у вас вдруг нет гуаши. А, и кстати, на щеках я тоже ставлю блики, это что-то наподобие блесток, я иногда так крашусь, и на своих артах я тоже так делаю. Можно добавить немного бликов на одежду, если это уместно, но самое главное, помните принцип. Сначала мы наносим просто яркие, четкие полоски, затем обязательно промакиваем об тряпочку, убираем лишнюю краску и только после этого аккуратно полусухой кисточкой чистой размываем. А, да, тут, наверное, многие заметили, что здесь у него сигарета и дым. Я вообще особо не имею опыта рисования дыма, так как сигареты в своих артах практически не рисую, очень большая редкость. Поэтому вот потренировалась заодно рисовать дым гуашью. Напишите, кстати, в комментариях, как вы считаете, реалистичный он или не очень. Те, кто подписан на мой телеграм, знают, что это арт по песне Алены Швец «Ромочка». Да, вот так я вижу этого главного персонажа из этой песни. Кто любит и знает эту песню, тоже отпишитесь в комментариях. И в итоге мой новый арт готов. Ура! Все, кто хочет научиться рисовать, подписывайтесь на мой телеграм, ссылка в описании. Я там периодически даю различные задания. А теперь всем пока!